пресс-центре арены «Химки» состоялась церемония жеребьевки турнира по футболу среди женских команд «Дамы в спорте». 250 участниц разного социального статуса и профессий, от домохозяек до космонавтов. Они сойдутся в женском футболе. К состязанию подключились команды из Роскосмоса, Аэрофлота, энергетической деятельности и не только. К слову, масштаб состязаний уже вышел за пределы Московской области. Так потихонечку через чаты, через народную почту все это передавалось, и команд становилось все больше и больше. 7 числа даже рано утром прилетают команды, которые сразу с самолета едут на поле и будут играть. В турнире примут участие 24 команды. Задействуют 8 мини-полей, на котором пройдут более сотни игр. Каждая команда сыграет не менее 5 матчей. Вы верите вообще, что существует мамский футбол, женский футбол? Да. Верите? Да. Будете болеть? Да. А за какую команду? Мам-Сити. Молодец! Мам-Сити – одна из 4 команд городского округа, которая будет выступать на турнире. В этом спорте они уже не новички. 3 месяца назад девушки стали победителями городских соревнований по женскому футболу. Наравне с такими опытными участницами выступят и новички. Например, для команды из Москвы «Розовая пантера» – это будет первый турнир. Мы совмещаем приятное с полезным. Тренировки по вечерам. А семья все остальное время. Да. Турнир по женскому футболу состоится 7 сентября. Его проведут на стадионе «Новые Химки». Андрей Панченко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.